Вид на старый Несебр. Тут я в новом Несебре сижу в одном ресторанчике. Зацените видончик. Неплохой видончик, да? Приезжайте в Несебр, отдыхайте. Классно проводите время. Можно жить подешевше, снимать хатку. Если что, пишите письма, скажу, где, что есть, какие варианты. Тут обычно в середине лета приезжает цирк. Так что для детей есть цирк. Все. Вот вы видите, здесь посередине идет мостик до самого Несебра старого. Здесь это как остров идет, короче. Здесь внизу есть такая набережная идет, здесь люди гуляют. Вот есть вот этот как бы пирс, этот причал. Мы на нем купались, а если люди на нем загорают, вот даже видите, если люди загорают, то с него классно прыгать на бушку.